Доброе утро, мир. Я встала. Лежу и так скучно мне на кровати. Я когда просыпаюсь, начинаю смотреть там, залезу в Инстаграм. Ну, в общем, наверное, как все. Вот, встаю я рано, а мне Чарли доспать не дает. Я не знаю, как некоторые говорят, собаки спят столько же, сколько хозяева. Нифига, если он постает 8-8.30, то он встает 8-8.30 и начинает меня будить. Не прям вот так, вот прям вставай, типа, а положит морду вот так рядом со мной и смотрит на меня. В общем, легче встать, чем дальше мучиться. Я вчера в Алькампок взяла вот такие вот, вот такую смесь. И это значит для... Господи, ногти. Ногти черные, знаете, от чего? От мушмалы. Она так красится, что пипец. Как? Я знаю, конечно, как это чистить, но мушмалу я ем, знаете, как хожу в одну раз, помою, поем. И от нее ногти красятся в черный. Ладно, купила вот такую муку. Смесь. И сейчас хочу вот... Достала насадки, сделать на завтрак себе такие вафли. Тут просто добавь воды. Посмотрим. Я, может, еще и яичко добавлю, ну, чтобы вкусненько совсем было. В общем, сейчас что-нибудь намесю. Намешу. Что-то сделаю. Вот такая смесь получилась. Я на пол, ну, в рецепте... Пол рецепта сделала. Зачем мне больше? Так что сейчас буду выпекать. Вафельки у меня будут сегодня на завтрак. То все уже надоело. У нас опять так вот пасмурно, но очень тепло, хорошо прям на улице. Так, я уже погуляла с Чарли. Вот, сегодня никто за мной не гнался, никто, наверное, они уже скажут, задолбала, она каждый день одно и то же. Вот, и хотела сегодня помыть я кухню, но сегодня, оказывается, праздник, Радоница. Поэтому я еще, знаете, в Фейсбуке подписана на в Мадриде церковь. Наша. И вот там идет трансляция, прямой эфир по этому поводу. Он закончился уже, поэтому не буду. Времени достаточно. Завтра выйму и помою кухню. Тем более столько времени ждала, ничего не случится. А знаете, что я сегодня сделаю? Я так подумаю. Подсыплю, не пересажу, а подсыплю земли вот в эти вот цветки. Тут у меня прям вообще корни торчат, он какой-то хиленький. Я так думаю, что это не работа никакая, а просто приятные, скажем так, действия. Вот, а пока я пойду зарядкой заниматься. И что еще? Зарядкой заниматься и готовить кушать буду. Quédate en casa, es por tu bien. 25 градусов. У нас на улице сообщают по телевизору, что у нас сейчас, у нас раньше каждый день говорил вот этот главный там по медицине вот это вот, каждый день рассказывал, сколько зараженных, сколько выздоровевших. Теперь они этого не будут делать. Ну, каждый день, правда, это уже потому что идем на спад. И как бы говорят, вот, что штрафуют в Барселоне, в Валенсии очень многих за то, что не соблюдают дистанцию, правила, в общем, вот эти вот, которые мама с папой, которые гуляют с детьми, правильно делают.
Ладно, я пойду переодеваться и заниматься зарядкой. На обед у нас сегодня крем-суп сделала вот такой вот овощной. Мужу пожарила баклажан. Два кусочка селедки. Но это скумбрия. И сделала в духовке вот такие наггетсы. Буду с греческим йогуртом. У меня есть сметана, но с йогуртом почему-то хотела. Такие вот наггетсы в духовочке. Всем приятного аппетита. Голова моя дырявая. Куда я приехала? Правильно. На работу. Ну как на работу? Сестру красить. Помните, мы в субботу с ней договорились. О, ветер какой здесь. Договорились, что я приеду, ее во вторник покрашу, подстригу. А вот. Но я совершенно об этом забыла. Она в 12 мне звонит и говорит: ты что, помнишь? Я говорю: что? Ты же меня покрасить хотела. Я говорю: да ладно. Я говорю: совершенно забыла. Говорю: ну мы с тобой, говорю, после обеда договорились. Вот в 5 и приеду. Приехала. Сейчас наберу краску, заберу ножницы и пойду к ней домой. А на обратном пути вам покажу море. Так что все, ни цветы, ничего не буду пересаживать. Что-то про пока поели, пока то, пока сё. Все, время ушло. Оля. Такие вот улицы, но они у нас всегда такие пустые были. Поэтому это не связано, что с каким-то там вирус, не вирус. Это всегда такие. Улицы, улицы, улицы родные. Дверь открывается. Надеюсь, что скоро я уже выйду на работу. Говорят, что с 11 мая можно будет нам выйти на работу. Надо, когда точно скажут, уже всех клиенток оповешу. Повешу, оповесю. Что я там с ними сделаю-то? В общем, донесу до них информацию, что я открылась. Я бровки покрасила. У меня теперь лицо есть. Ты уже сидишь, тут тютю ждешь. На. Да, сама ты, говорит, ее ешь. На, больше ничего нету. А, есть сердечко. А, это да. В общем, у нас разговаривает президент. Че, почем и как. Как будем выходить из этого. Как он называется-то? Ну, где мы там сидим-то? В общем, за 8 недель мы должны из этого выйти. По идее, максимум за 8. 6-8 недель. Только как, я, наверное, прослушала, когда как выходить гулять-то можно будет. Сейчас вот потом муж пускай послушает, повнимательнее он мне уже расскажет. А я пойду с Чарли на пятачке погуляю, мусор вынесу. Хожу, нарушаю правила. Сказали 50 метров, а я на 100 метров отошла. Больше негде просто ходить. Я же не буду с Чарли в машинах ходить. Правильно? Ой, хоть бы это все закончилось в субботу. И мы бы не вот так не кружились туда-сюда. Тудым-сюдым, тудым-сюдым. Все вот так стекаются, собачники, видите, здесь. На этом пятачке. Детей нету. Дети не хотят сюда идти играть. Правильно, а что здесь, где играть-то? На площадке нельзя. Вот так кружится. Так, она его отпустила, эту собаку. Тогда буду своим следить.
А вообще, вы знаете, когда ехала вот на работу, с работы, все такое зеленые деревья такие. Я начинала фотки делать, знаете, такие вот по неделе хотела сделать, как распускаются деревья. И на второй фотке нас заперли дома. Вот, с сестрой разговаривали там. А у ней собака маленькая. И вот я домой пришла. Чарли меня давай обнюхивать, нюхать. Чем-то от меня пахнет. Не маленькая собака, у нее юрсай. Такой смешной. Вот, игручий. И что я хочу? А потом я увидела, у меня там рядом магазин стоит, работает. Точнее, не работает. Она ушла в больничный отпуск, скажем так. У нее что-то там проблемы, у этой женщины. И вот там мы на улице с ней встретились. Она со своей дочкой гуляла. И я у нее там спросила, ездит ли там полиция, про то, как, что будет вот с субботы, как гулять. Она говорит, наша мэрша, кстати, она моя клиентка, рассказала, что будет там, хотят сделать в субботу так, что с 7 до 9 утра и с какой еще и вечером с 9 до 11 заниматься будут люди спортом, а в остальное время, типа днем, дети будут гулять. Мне, в принципе, без разницы, вечером, ночью. В принципе, летом в 9 часов, ну хотя еще не лето, но вот время уже сейчас будет 8. То есть 9 часов нормально для спорта заниматься, конечно, не до 11. И в поля, конечно, страшновато будет идти. А утром, ну, буду просыпаться пораньше, какая мне разница. Погуляю сначала. Там ребенок идет. Ну так, все, я пошла домой, хватит. Хватит, нагулялась. У нас такой вечер замечательный, классный. В общем, пока еще я не поняла по новостям, что. Единственное, что я поняла, это что в течение 8 недель, максимум 6-8 недель, мы найдем, зайдем, выйдем в нормальную жизнь. Нормальная. Но нормальная уже жизнь не будет, она до тех пор, пока не либо не будет прививки, либо не сделают. Прям ветер холодный, такой прохладный. Либо не появится какая-то таблетка, которая будет нас лечить от этого вируса. Но в течение 8 этих недель мы будем входить в жизнь, которая нас ожидает. То есть в самую последнюю очередь откроются бары, рестораны. А я так думаю, что планирую 11 числа выйти на работу, 11 мая. Вот, сейчас еще новости посмотрю и повнимательнее уже тогда послушаю. В общем, да, конечно, знаете, мне кажется, в других странах это все слышать как-то не дико, да. Просто надо, я не знаю, вот такая вот ситуация, что представляете, на работу запрещают выходить, это вообще... Вот, не знаю, как в других регионах также все серьезно, но вот у нас, да, и мне уже начинает это угнетать, потому что сегодня вообще, вот я пока шла эти 100 метров, 3 полицейские машины проехали, представляете? Меня никто сегодня не остановил, они уже, наверное, ко мне привыкли. Вот, но тут в 100 метрах, я 98 шагов от моего дома до того мини-парка, куда мы с Чарли ходим. В общем, мне начинает это угнетать, потому что шаг, это, знаете, как шаг влево, шаг вправо, расстрел. 600 евро как бы у меня нет лишних, и платить штраф из-за лишнего шага тоже не хочется. Вот, ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Я так, знаете, предполагаю, что последние дни для полиции и как, хоть как-то экономику страны поднять, они будут штрафовать всех подряд. Вот, потому что осталось буквально что, вторник, среда, четверг, пятница, да, 3 дня, 3-4 дня, и все, потом будет свобода, потом уже можно сказать, я пошла спортом заниматься, там еще что-то, будем надеяться, уже не знаю, уже знаете, здесь сейчас живешь одним днем, фиг его знает что там. У меня было такое желание сейчас всем моим клиенткам послать сообщение, что типа все, 11 числа я выхожу на работу, хотя это будет понедельник, по понедельникам я не работаю, но я, естественно, откроюсь, как нет. Вот, перед этим надо все поехать туда помыть, все чистенько, чтобы все было. Я хоть и езжу, но я ничего не мою, я туда просто еду, знаете, как вот лампочка у меня перегорела, кстати, надо в лампочке купить. У меня там одна мигала,
Вот так вот приду, посижу, брат, бровки покрасила, зажгу газ посмотреть, зажигается ли, и все. Вот, ну вот сегодня к сестре сходила, поболтали с ней, покрасила ее, подстригла. Ну и что ты пришел? Ну что ты пришел? Мамка тут разговаривает, и ты с ней, да? Он сегодня мало погулял, такой не понял, потому что там дети пришли. Вот, в парк, в этот, еще другие собаки. Я говорю, нафиг, мне так нервы, мне так не нравится гулять. Мне нравится спокойно, с толком, с чувством, с расстановкой, а так вот ходить неохота. В общем, ладно, ничего, все наладится, все будет хорошо. Осталось совсем немножко. Самое главное, что мы самое страшное, надеюсь, что пережили. Надеюсь, что это никогда в жизни не повторится. И, в общем, всем здоровья, всем счастья. А я вот, видите, уже красоту навожу. Нанесла маски на все части лица и тела. Нет, вру, тела нет. На верхнюю часть тела. В общем, на голову нанесла масочки. Вот, чтобы быть красивой и... Ну и вообще, 11 числа, чтобы мои бабушки все, как это, настроениями поднять. А вам желаю всего самого наилучшего. Живите богато и будьте здоровы, или как там. Всем пока-пока!